Всем привет! Сегодня мы едем в деревню, и с собой я беру Мелоди. Мелоди сейчас лежит, играется в колыбельке, а я пойду готовить ей одежду. Итак, мы возьмем тепленькие носочки, пижамку, так, один подгузник и, пожалуй, вот эту вот игрушечку. Так, еще мы возьмем слюнявчик. Я беру вот такую вот пустышку. Такую вот прищепочку и такую вот крышку для нашей пустышечки. Мы уже оделись и сейчас поедем в деревню. Вот Мелоди, она поедет в курточке. Мы уже приехали в деревню. Мы с Мелоди гуляем уже, может, часа два. А нашей коляске старенькой. Эта коляска досталась нам по наследству от моего младшего брата. Вот, я ее отряхнула, она немножко пыльная была. И вот Мелоди сидит в ней, я ее пристегивать не стала. Мы одели вот такие варежки. Я думала, что мы их одевать не будем, но в итоге мы их одели, потому что, если честно, стало достаточно прохладно. На улице у нас плюс 7. Снег уже почти растаял. Буквально за неделю мы избавились от снега. Куда же делась наша красная коляска, которая постоянно была на наших видеопрогулках. Ее я продала, так как планирую в скором времени купить новую коляску. Но пока у нас еще вот такая вот погода, я не хочу ее покупать. Вот. И я думаю, что я куплю ее ближе к лету. Там еще я поднакоплю и, может, куплю что-то даже подороже. Вот. Но, в принципе, с моделью я определилась коляски. Она будет точно не прогулочная, она будет с люлькой. Но больше ничего вам рассказывать не буду. Поживем, увидим. Что ж, пойдемте. Я сейчас нахожусь недалеко от дома. В общем, нигде дорог нормальных нет, поэтому извините. Надеюсь, что что-то заснять получится, потому что рулить коляской по такой траве абсолютно неудобно. Ну что ж, ребят, мы уже нагулялись. Мелоди заснула. Сейчас мы пойдем домой. Вот. Крышу мы опустим. Пойдем домой. Если честно, я уже сама замерзла. Я думаю, что Мелоди тоже уже достаточно. Мы уже пришли с прогулки. Мелоди сейчас в люльке лежит. Сейчас я ее буду раздевать. Вот. Мелоди проснулась, как только я ее занесла домой. Она уже не спала. Сейчас я одену ей вот такой вот розовый боди, скорее всего. Такой вот комбинезончик. У меня все вот так сложно. И дам Мелоди попить. Она, думаю, хочет пить. И также дам ей вот такую новую пустышку. Точнее, ну, как бы... Сейчас я дам Мелоди попить. Я ее уже переодела. Ее нужно причесать, она очень лохматая. Сейчас я ей дам вот эту вот пустышку. Она, кстати, тоже со звездочками, как и наш комбинезончик. Такая вот Мелоди. Сейчас я ее причешу. Она играет со своей любимой погремушечкой.
чуть попозже я, наверное, ее накормлю. Ну что ж, у нас сегодня уже второй день. Мы собираемся домой. Мелоди позавтракала, лежит сейчас в люльке. И я ей буду одевать костюмчик. И также вот эти вот штанишки. Домой. Сейчас я буду раздевать Мелоди. Я переодела, точнее раздела Мелоди. Она сейчас лежит, как вы видите. И я перебираю одежду. Какую? Некоторую одежду мы уже не носим. Вот, например, велюровые костюмы, потому что они, ну, как бы погода уже стала теплая. И, в принципе, не знаю, зачем они нам уже. Так что я сейчас все это дело переберу. Вот у нас очень много всякой одежды, которую мы, в принципе-то, и не одеваем. Только когда я устраиваю какие-нибудь фотосессии для малышек. Вот велюровый костюмчик, очень нарядный. Я даже не знаю, куда такое одевать. Вот. Вот такой вот нарядик у нас. Очень много вещей. Вот этот очень нарядно. Я даже не знаю, вот действительно, куда такое носить. Когда покупаешь, совсем об этом не думаешь. Вот платьишко. Некоторые, конечно, мы носим дома. Мы, в принципе, все носим дома. Вот. Вот эти вот нужно вообще сложить и убрать в комод, потому что, ну, в принципе, не вижу смысла видеть их на вешалке.